Гриппы и другие болезни оказались ни при чем. В начале марта мы рассказывали о массовой гибели голубей на территории одного из предприятий набережных Челнов. Тогда местные ветеринары предположили, что пернатые отравились, но точного диагноза поставить не смогли. Тушки мертвых голубей отправили в республиканскую лабораторию, где и провели клинические исследования. Они показали, что погибли птицы из-за истощения. Им не хватило пропитания. Ни инфекции, ни отравления, да. Они все это исключили. Птицы были истощены. Кормов для пропитания не было, затяжная зима, и смерть наступила вследствие истощения.